Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. В ночь на 1 февраля 2018 года в Гватемале началось извержение вулкана Фуэго, которое сопровождалось сходом пирокластических потоков, смеси высокотемпературных газов, камней и пепла. Скорость движения такого потока может достигать 194,4 метра в секунду. Жители близлежащих деревень были эвакуированы. В то же время сильные ливни, обрушившиеся на Гватемалу с 26 января, вызвали сходы оползней и наводнения в 5 департаментах страны. Некоторые населенные пункты оказались отрезанными от внешнего мира. От наводнений пострадали 15 200 жителей. Из них 258 человек лишились крова. Повреждено 124 здания. Нарушено автотранспортное сообщение. Изменения климата все больше влияют на повседневную жизнь людей. И это показывает временность материальных ценностей, которые все равно рано или поздно утратятся. И это может подталкивать к поиску того вечного, что невозможно потерять. В книге Анастасии Новых говорится: «Сколько бы ты ни ел, рано или поздно все равно проголодаешься. И каково бы ни было твое здоровье, рано или поздно плоть твоя все равно умрет. Душа же вечна, и только она достойна заботы истинной».